Всем привет, кто любит пчел. Ноябрь месяц на носу. И поступил такой вопрос. Можно ли сейчас кормить еще пчел? Потому что времена нынче теплые, осень теплая. И пчелы расходовали большое количество корма за этот месяц, который, в принципе, не должны были бы и расходовать. Но поскольку осень нынче теплая, то корм грызут. Такой вопрос, можно ли кормить пчел, если, допустим, они у вас его сожрали, или если вы не успели пчелок закормить. Ну, или если ваших пчелок ограбили, и корму там мало. Так вот, ответ очень простой. Пчел можно кормить в любое время. Что летом, что сейчас, что даже посреди зимы. Кормить можно в любое время. То есть нет такой проблемы, что погода не позволяет кормить пчел. Кормить пчел можно всегда, даже в лютые морозы. Вопрос только, чем кормить. Если раньше при закорме давали сироп 1-1,5, то сейчас надо давать сироп инвертированный обязательно, потому что инвертированный сироп пчелы легче перерабатывать. Так вот, инвертированным сиропом сейчас кормить можно и даже нужно, если корму не хватает. Лучше всего, конечно, кормить чистым медом, если он у вас есть. Взяли то, что выкачали из бетончика дома, дали пчелкам, они его съели, и все нормально. Это лучше, чем пчелы пойдут в зиму абсолютно голодные. Пусть они поработают, пусть вы потеряете 20% меда, потому что это все не бесплатно, пока пчелы перенесут этот мед в соты, они потеряют 20%, съедят его, грубо говоря. Но, тем не менее, ваши пчелы будут накормленные и не будут голодными. Поэтому вот такой вот простенький ответ. Надо кормить пчел. Кормите пчел. Не надо пчел кормить без лишней надобности. Не кормите их уже в это время. Дайте им спокойно зимовать. И не надо бояться того, что пчелок надо открыть, даже если у вас зима, снег и холод, и дать им меда. Пчелы способны перезимовать даже в самую лютую зиму, в самый лютый мороз, на абсолютно пустых сотах, но если им сверху положить достаточное количество меда в виде лепешки или через марлю, или в кормушке, так, чтобы они доставали с потолка этот корм, потому что в кормушку, когда холодно, они залезть не могут в середину. Надо дать обязательно мед или в марле, или в любом другом приспособлении, через сетку, чтобы пчелки могли присосаться к потолку и вот через эту марлю есть этот мед. И в таком случае пчелы вполне себе сносно перезимовывают. Это не будет зимовка лучше, чем если мед находится в рамках, но тем не менее пчелы точно с голоду не помрут. Дотянут до весны и ничего страшного не случится. Так что, если уж так случилось, что пчелы заголодали в столь раннее время или даже посреди зимы, паниковать не надо. Ничего страшного не случилось. Все поправимо. Ну и, понятное дело, желательно при этом их хорошенько утеплить. Вот и все. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, но ставим лайк, потому что я жадный до лайков. И не забывайте подписываться на моих хорошеньких пчел. Ну и всем, конечно, хорошей зимовки, которая у нас опять в этом году немножко откладывается.